Момент очень важный. То есть ты знаешь, что будешь падать, но это упражнение называется «Шепчущий ветер». Соответственно, твоя задача будет в воображении в любом случае представлять, что это не твое тело само падает, потому что оно стоит с закрытыми глазами, а именно, что тебя это качает ветер. Вот фишка очень интересная в этом упражнении. Обыграть вот это вот. То есть то, что естественно для тебя, это падать, стоя на цыпочках с закрытыми глазами, тебе надо обыграть, обмануть, скажем так, свой мозг и обыграть, что я не сама падаю, а это ветер меня качает. Поняла, да, меня? Вот, такое оно интересное. Так, дальше идем. Так, значит, теперь записывай стишок-пирожок, который ты мне снимешь на камеру. Давайте трахаться, тоже смешно пока. А, вы же его записывали? Да. А ты его снимала? Да. Ага. Когда снимала, в тот раз или в этот? Вчера. Вчера, все. Значит, ты его выучила, отлично. Что мы сейчас будем делать? Сначала с ним поработаем, потом с другим предложением. Или нет? А вы же работали, вы глаголы говорили. Нет, нет, мы сейчас немножко другое будем делать. Хорошо, давай тогда начнем вот с этой фразы, потом перейдем к стишку-пирожку. Давай, поехали. Я довольно тихий, домашний, запятая, как кот. Запятая, да, вопрос, пишем. Я довольно тихий и домашний, запятая, как кот, запятая, да, знак вопроса. То есть ты кого-то спрашиваешь. Я довольно тихий, домашний, как кот, да? А вот мой сожитель в общежитии, был тем еще тусовщиком. А, смотри, что мы сейчас делать будем? Вот два, вот эти, то есть вот с этим предложением, что мы будем делать? Мы с тобой постараемся говорить громко и быстро, накаляя обстановку. Сейчас я тебе покажу пример. Значит, мы говорим сначала первую, да, громко и быстро, накаляя обстановку, а затем мы начинаем понижать голос и замедляться, показывая, что мы подошли к концу. Вот будем сегодня вот этот момент отрабатывать. То есть стараться говорить громче и быстрее, накаляя обстановку, а затем понижая голос и замедляясь, показывая, что мы подошли к концу. Это довольно-таки интересное упражнение, да, потому что, ну, ты в основном у нас ровно идешь всегда. Ну, сейчас попробуем быть неровными. Вот, упражнение для тебя называется. Ага. Так, вот смотри, как это... давай сначала ты попробуй, как ты поняла. Потом мы просто с тобой будем подкорректировать, чтобы ты на меня не смотрела, а делала что-то по-своему. Угу. Давай, попробуем. Громко и быстро. Сейчас. Я довольно тихий и домашний, как кот, да? А вот мой сожитель в общежитии был тем еще тусовщиком. Ага, смотри, вот далее идет, да, понижайте голос и замедляйтесь. Но это же не значит, что мы сразу должны понизить голос и замедлиться. Ага. Мы же должны как бы оттуда красиво перейти, поставить точку красиво. Но еще здесь один момент, смотри, там же знак вопроса. Ты, значит, кому-то задаешь этот вопрос. Вот здесь можно сделать паузу. То есть, ну, как бы, представь, что я тебе в этот момент говорю, да, ты тихая и домашняя, как кошка. Вот. Так что давай еще раз пробовать. Я довольно тихий и домашний, как кот, да? А вот мой сожитель в общежитии был тем еще тусовщиком. Давай сделаем так. Очень тихо сделала, первый раз хорошо сделала, очень тихо сделала и большую паузу там, вернее, после слова
код, запятую так обозначила потом, да? А, еще плюсом накаляй обстановку. Ты сейчас вот представь, что ты сейчас кого-то подушкой по башке ударишь. Тебя оскорбили, что ты тихий и домашний, как кот, да? И потом, а вот мой сожитель в общежитии был тем еще тусовщиком. Поняла? То есть ты тихонечко, постарайся тихонечко уйти туда. Так, и накаляем обстановку. И говорим быстро, немедленно, там, потому что громче и быстрее. Поехали. Я довольно тихий и домашний, как кот, да? А вот мой сожитель в общежитии был тем еще тусовщиком. Ага, и как бы, смотри, отлично. Вот сейчас здорово все сделать. Прям пять ставок. Был тем еще тусовщиком, да? А смотри, ты сожалеешь об этом? Или как бы тебе от этого весело? Вот давай мы сделаем оценку в конце, как мы к этому относимся. Но было все очень классно у тебя вот в начале. По тактам и действиям ты очень хорошо сделал. Тут смотри, что у нас произошло. Тут на самом деле два такта. Мы такты с тобой же проходили, да? Вот. То есть здесь как бы ты говоришь про себя и спрашиваешь, да? А там ты уже переходишь, а вот мой сожитель, да? То есть ты уже рассказываешь совершенно про другого человека. Тут явно два разных такта и действия. Ну что, давай еще раз попробуем с тобой здесь. А как мы относимся? Это вообще ко всему, да? Да. Слушай, мы всегда должны давать оценку. У нас всегда должна быть оценка, по идее-то. Это очень важно. Вот. Ну, то есть, как я к этому отношусь? Вот реально, вот представь себя в таких обстоятельствах. Ты тихий домашний, как кот, да, девочка, которая любит сидеть дома. А вот твой сожитель в общежитии был тем еще тусовщиком. Как тебе это? Нравится, не нравится? Может, тебе нравится там на него смотреть и прикалываться в этот момент, но как бы в этом ты сама участвовать не хочешь, там, допустим, отойдешь от этого. Или наоборот, ты в этот момент его ненавидишь. Ну, потому что, ну, как бы, ну, как можно-то? Надо уважать там пространство других людей. Вот и все. Давай попробуем. Громче, быстрее накаляй обстановку. То есть, скорее всего, ты здесь, кстати, на сожителе психуешь. Почему? Потому что тут важный момент, накаляй обстановку. То есть, ты как бы... Тебе это не нравится. То есть, может, тебе кто-то в лицо кинул, да ты просто домашняя кошечка такая, сидящая дома. Вот и сиди дома. Громко, быстро. Я довольно тихий домашний, как кот, да? А вот мой сожитель в общежитии был тем еще тусовщиком. Только не играй. Давай вот это второе. А вот мой сожитель в общежитии был тем еще тусовщиком. Знаешь, ты начинаешь всегда, когда ты не понимаешь внутреннее, вот нам надо с внутренним монологом очень хорошо поработать, ты начинаешь лицом показывать. Это мне интересно. В таком случае вот тот был дубль до этого, был зачет. А тут я тебя просила сделать окрас, и ты уже начинаешь играть. Не играй, просто отношение свое показываешь, и все, что тебе это не нравится. Все. А как отношения показать? В этот момент будет выглядеть лицо, ты вообще об этом не думаешь. Лицо это второстепенное, внутреннее сейчас идет. Давай, пробуй. А, поняла, сейчас. Я довольно тихий и домашний, как кот, да? А вот мой сожитель в общежитии... Был тем еще тусовщиком. Вот мой сожитель в общежитии был тем еще тусовщиком. Я просто-напросто начала материть его внутри себя. Я не пошла от внешнего, я сосредоточилась на внутреннем. Скотина такая, тварь такая. Я бывшего сразу поставила, у меня так все хорошо получилось. Давай, солнце мое, ты можешь, давай. Я довольно тихий домашний, как кот, да? А вот мой сожитель в общежитии был тем еще тусовщиком. Молодец. Но сейчас силы меньше потратила на первую строчку. Я довольно тихий домашний, как кот, да? Типа, вы что от меня хотите-то сейчас? Идите к моему сожителю. А вот мой сожитель в общежитии. Тем еще тусовщиком. Классно. Что-то в этом роде, но ты по-своему, в принципе, сделала. Давай сейчас попробуем то же самое с тобой сделать со стежком-пирожком.
То есть мы будем что-то с тобой говорить громче и быстрее, накаляя обстановку, а затем понизим голос и замедлимся, показывая, что подошли к концу. Выбери, где ты замедлишься, сразу для себя обозначь. Угу. А люди шли, не глядя мимо. Пойдет? Вот отсюда мы начинаем уходить вниз, да? Угу. Каждый думал, а давай. А, так, здесь то же самое, да? Те же, давай быстро, громко. Мы говорим громче, быстрее, и при этом накаляем обстановку, чтобы прям, я тут почувствовала, с Казахстана прям почувствовала вот. Давайте трахаться почаще, кричал на площади Илья. А люди шли, не глядя, мимо, и каждый думал, а давай. И вот у тебя пошла проблемка одна. Смотри, вот тот момент. Это может быть у тебя на очных пробах. Реально. Mm. Вот ты поняла сценарий вот так вот. Mm-hmm. Приходишь, ты показываешь, допустим, свой вариант, и режиссер вот начинает тебя корректировать. И ты в этот момент как бы пытаешься сделать, как он сказал, но при этом ты придерживаешься своего сценария. И получается жопа. Поняла меня? Вот этот момент, он сложный, он реально сложный. Я тоже на этом моменте сколько раз запиналась, но, в принципе, ты должна тоже об этом знать. Смотри, что мы с тобой сделаем. Вот я довольно тихий домашний, как кот, да, ты же классно произнесла-то. Действительно, там накаляла обстановку и все остальное. А тут-то, видишь, сама, наверное, поняла, да, как ты его снимала, как репетировала, точно так же и пошла. Теперь я тебя попрошу отойти от того варианта полностью и сделать вот этот вариант, то есть именно говорить громче и быстрее, накаляя обстановку. Угу. Давай. Громко и быстрее. Давайте трахаться почаще, кричал на улице Илья. А люди шли, не глядя, мимо, и каждый думал, а давай. Угу. Первую часть еще раз. Говорить громче и быстрее. Давайте трахаться почаще, кричал на площади Илья. А люди шли, не глядя, мимо. И каждый думал, а давай. Вот, а теперь эмоции еще добавь, и вообще будет замечательно. То есть громко и быстро у тебя получилось. Теперь накали мне, пожалуйста, обстановку. Вот последний момент, который остался тебе сделать. И все. Это что-то все в голове держать сложно. А смотри, Жансулу, нет, это на самом деле не сложно, это у тебя потом все в голове остается. Mm-hmm. В любом случае. Ты же сейчас учишься, у тебя создаются новые нейронные связи, они в голове поспишь, и они у тебя остаются, и все, и ты потом нормально. Ты просто сейчас развиваешься, и все. Так что не парься даже по поводу этого. Итак, громко, быстро, накаливая обстановку. Давайте трахаться почаще, кричал на площади Илья. А люди шли, не глядя, мимо. И каждый думал, а давай. Шедевр! Поняла, Жансулу, шедевр! Молодец, умничка. Видишь, знаешь, в чем проблема вообще вот актеров? Мы не умеем, вернее, нам надо учиться заставлять руководить собой. Вот то же самое, когда смотри, ведь если так хорошо подумать, да, у нас случается какое-то горе, мы начинаем в этом вот возиться, да, и погружаемся вот в этот негатив. Что здесь все говорят? Не надо думать о белой обезьяне, не надо думать о белой обезьяне. Но мы думаем о ней, и отсюда нам еще хуже становится. И здесь вот важно начать руководить собой и делать то, что тебе нравится, и не думать об этой белой обезьяне. Вот тут тебе нравится это делать, вот тут тебе нравится это делать. Это тоже у меня тут озарение пришло. В принципе, об этом же ты прекрасно знаешь. Но почему? Почему тебе так нравится заниматься мазохизмом? Вот главный вопрос. Ну, у меня, по крайней мере, на данный момент. Почему мне так нравится заниматься мазохизмом? Хотя я столько себе сейчас хорошего делаю, прям балдею от этого. Так, ладно. Все, это умничка, это молодец. Идем дальше. Сейчас я попрошу тебя создать, а затем описать, значит,
образы, внутренний образ, которых, значит, насколько несколько абстрактных понятий я тебе дам, абстрактных, то есть там, допустим, красота, да, это абстрактное же понятие, то есть мы не можем, вот ты, Жансулу, тоже красиво очень, причем у тебя такой внутренний свет классно идет, и за счет этого ты очень привлекательный человек, ну, лично для меня, да, мне нравится вот эта твоя именно внутренняя красота. Я почему-то тебя даже вот не вижу, когда я с тобой разговариваю, я вообще тебя не вижу. Я почему-то вижу тебя внутреннюю. Вот этот свет, который от тебя идет, вот это добро, это классно. Вот, то есть я тебе сейчас описала, да, вот, ну, скажем, твою красоту я описала сейчас, скажем, да. Как бы я тебя создала, наверное, да, ну вот сейчас, если мы на твоей, допустим, идем к красоте, я как актер. Да, соответственно, как бы я тебя создала, если я считаю, что у тебя внутренняя красота. Вот, я бы тебя так создала. Ну, то есть, это, знаешь, это какое-то тепло, которое меня обнимает, которое меня от чего-то оберегает, и в этот момент мне хочется улыбаться, потому что, допустим, после наших с тобой занятий у меня настроение поднимается. Вот, важно там потом опуститься, не опуститься, но факт тот, что так классно я себя уже очень давно не чувствовала. Вот, как в тот день, когда я тебе описывала, это было вообще шикарно просто. Так. Теперь смотри, теперь то же самое. Я тебе просто буду кидать абстрактное понятие. Не торопись. Можешь сначала его мне описать, как ты его чувствуешь, как ты его видишь. И затем попробовать его физически, ну, то есть через наше тело создать. It's okay? Да. Давай, так. Давай создадим. Ну, давай тоже создадим красота. Красота. Для меня это тоже внутреннее состояние любого человека. Ну, то есть человек может быть внешне красив, но очень холодный, и оно такое отталкивающее. А это для меня красота что-то такое манящее, доброе, теплое, вот как вы описываете. Для меня тоже самое. И как это изобразить? Ну, например... Вот так вот. Ну, это как будто бы планета, и ее хочется просто обнять. Обнимай, делай, то есть не разговаривай, опиши мне красоту. Ну вот, наконец-то я почувствовала лучик добра. Так, отлично, идем дальше. Порядок. Порядок. Порядок — это систематичность, чистота. Как это показать? Ну, например, вот так. Молодец, молодец, это твое видение порядка, как говорится, да? Энергия. О, мой любимый. Как ты его опишешь, как ты его покажешь, даже интересно, твое любимое, раз оно. Так, энергия, это жизнь, это что-то такое мощное, мощное, наполняющее, теплое, приятное. И как это показать? Мне кажется, ты даже не до конца не поняла. Ты, мне кажется, не до конца описала эту энергию. Мне кажется, тебе надо сейчас самой понять, описать подробнее. Тогда тебе легче будет показать энергию. Ну, для меня энергия — это все вокруг, но это если из метафизики. А если так, то это заряд, это как батарея, да? Зарядка. О, может быть, как заряд. Сотовая заряд.
Так, ну. Сложно. Сейчас. Все легко и радостно. Если вот так, допустим. Не знаю. Если зарядку показать. Покажи. Вот. А, смотри, вот суть тоже вот для чего это упражнение. Мы когда работаем над ролью, угу. мы, это моя любимая, там я же все тут понимаю, да, и показываем иногда, не попадая в самую точку, в самую суть. Угу. И вот здесь энергия для тебя самое главное, объяснить, как это можно показать, то есть попасть в самую суть, в самое зерно, энергия, угу. что это для тебя такое. И тогда тебе уже легче будет это показывать. То же mm-hmm. самое с персонажем. Понял этого персонажа, ты его сможешь показать. Не дошел mm-hmm. ты до этого персонажа, ты не сможешь его показать. Mm-hmm. Ты гуша, да, вроде я так понимаю, но ты не попадешь в точку, в зерно, в суть. Давай, пробуй. Энергия. Что для тебя энергия? Что для тебя энергия? Для тебя. Mm-hmm. Попробуем от этого плясать. А солнце, солнечный свет. Так. Угу. Ну тогда я буду как солнышко. И от меня идут лучики добра. Ты мне показывай, ты мне не говори, ты мне показывай. Показывай, показывай. О, так классно! Смотри, лучше бы, конечно, еще. Ну, не, вообще здорово. Только ты единственное, что закрылось. Вот для меня энергия – это некие волны такие, которые все время идут между тебя, только эти волны могут быть как добра, так и зла. И вот здесь вопрос в том, какую энергию я буду брать, добра или зла. И то есть, соответственно, я бы могла как показать? Поняла, да, меня? Вот. Супер. Но ты решила, что твоя энергия – это солнце, и ты показала, как солнце. Только единственное, не надо было этого стесняться. Так, ага, теперь, значит, описываешь и создаешь слово «мир». Что для тебя слово «мир»? Мир – это спокойствие, чистое небо. Дружба, это когда все между собой нормально общаются, дружба, тогда будет мир. Так, как мы его покажем, этот самый мир? Забыла знак мира какой-то. Ну вот, допустим, так. Как Прохор Шаляпин. Как у тебя сердечки пошли, я не поняла. А? Ты вот сейчас так сделаю, у тебя сердечки пошли из пальца. Да. Вот они снова идут. О, прикольно. Магия. Блин, я в шоке, у меня аж мурашки пошли. Вообще класс. Смотри, значит, для меня мир, знаешь, это что-то такое, то, что держит все вокруг в балансе. Ну, это для меня мир, да. Я бы его, допустим, показала, что это что-то такое. Твердое, я бы сказала, вот это что-то, знаешь, такое, как бы, как вот палка такая стоит, да, и вот на этой палке держится. Все равно, в любом случае, что бы там ни происходило, мир, он все равно есть, он будет в любом случае. И вот этот стержень, он останется, что бы там ни было, он будет, иначе без этого не будет ничего. Вот для меня вот это вот мир. Я полезла на небо. Так, ага, давай теперь попробуем с тобой. Гармония.
Гармонии. Ой, это легко. Сейчас. Ага. Как бы ты описала и показала. Угу. Давай. Еще бы сейчас так сердечки бы так пошли вообще. Ну, еще раз попробуй вот так вот сделать. Мне кажется, пониже чуть-чуть. Ой, ой. Слушай, здорово вообще. Ой, вообще ты бы видела. Ты сейчас вот так сделала и прямо опять так сердечки-сердечки пошли. Вообще здорово. Это, наверное, в скайпе там какая-то новая функция включилась. Вообще здорово. Сегодня просто удивительный такой урок. И последнее, что мы с тобой будем сегодня показывать, это общение. Как бы опиши и... Общение. Покажи, да. Это, как сказать, коммуникация, разговоры, передача информации какой-нибудь. Uh-huh. Вот, это тогда, я не знаю, для меня общение – это как диалог, да, диалог – это, я так вот. Все, молодец. Здорово. Так, теперь, значит, давай домашнее задание мы с тобой, то есть ты себе запишешь. Угу. Значит, тебе надо будет исполнить песню «В ополе березка стояла». Знаешь ее? Да. Такая старая песня. «В ополе березка стояла, в ополе кудрявая стояла, люли-люли стояла, люли-люли стояла». Итак, извините меня за мой вокал, но смотри. О! Мне надо, чтобы ты исполнила это, как будто ты африканский абориген. Ого. Индийский йог, горцы Кавказа, олени воды, чукотки, да? Так, смотри, я не прошу, чтобы ты мне всех тут делала, да? Я хочу, чтобы ты выбрала что-то. Допустим, африканские аборигены или индийские йоги. Горцы Кавказа, оленеводы Чукотки. Я хочу, чтобы ты выбрала двух каких-нибудь или дирижер. Горцы Кавказа, оленеводы Чукотки, дирижер. Вот двух выбираешь и снимаешь видео. Ну, то есть поешь, да, как африканский абориген. Допустим, если ты не понимаешь, что такое оленеводы Чукотки, что ты делаешь? Ты идешь в интернет. Ты ищешь... Допустим, в Ютубе песня оленеводов, да, мы это слушаем, то есть мы обогащаем свои знания, да, ну, индийские йоги тебе тут это самое простое, как говорится, да. Смотри, сейчас мы с тобой попробуем, я не помню, по-моему, мы не делали с тобой это упражнение. Значит, предлагаемые обстоятельства будут, ты с кем-то в ссоре. Твоя задача, значит, мы будем произносить по одной фразе, но нам надо будет до нее дорасти. То есть ты не просто так произносишь, допустим, ну, возьмем первую фразу «не хочу», а мы до нее дорастаем внутренне. У тебя должен быть внутренний монолог, да, ты себя накручиваешь, 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 чтобы в итоге сказать «не хочу». Что здесь важно? Ты сразу придумываешь для себя... А что ты не хочешь? Поняла, да, меня? Мало того, что мы должны там себя чем-то накрутить, но, соответственно, мы должны знать, а что я не хочу в итоге-то. Ну что, попробуем? Я? Ну, а кто? Так, я не хочу. А, может, я неправильно объяснила, а слово-то «не хочу» ты должна произнести в конце. А, ну да, я еще не доросла. Я поняла, ну тут 2 часа, да, придется ждать? Нет, понимаешь, мы не можем там 5 лет, значит, каждый день снимать, 5, это, а прошло потом написать титры, прошло 5 лет, да? Мы, когда, допустим, на психе, у нас все равно это быстрее рождается. Мы меньше думаем, у нас это просто рождается и просто выстреливает из нас.
Угу. Понятно, что тебе еще здесь поможет? Поставить того человека, которому ты хочешь еще сказать «не хочу», который тебе угу. что-то там говорит, а ты ему говоришь «да не хочу я». Угу. Я сейчас прям такая злая, сразу стала. У меня все эмоции поперли. Давай. Не хочу я. Угу. А теперь, то, в принципе, неплохо, хорошо. То же самое делаем со словом «прости». Давай, со словом «прости». Прости меня. Ты не передо мной, извиняйся, перед этим человеком не надо сразу потом на меня смотреть. Камера, мотор еще не закончились. Угу. Давай. Прости меня. Угу. А можешь просто сказать «прости»? Угу. Прости. Угу. А теперь смотри, мы сейчас с тобой что сделаем? Мы сейчас соединим с тобой. Не хочу, а потом прости. Угу. Смотри, как я предлагаю это соединить, да? То есть «не хочу» я сказала, но под текстом-то я могла там сказать «тварь ты такая», да? Угу. И как бы, соответственно, потом я остываю, и что я делаю этого человека? Говорю «прости». Угу. Да? Угу. Угу. Попробуем. То есть начинаем со слова «не хочу», и потом идем к слову «прости». «Не хочу я». «Прости». Угу. Молодец. Смотри, единственный момент, мне кажется, как мне кажется, я думаю, что все равно мы здесь глаза вниз опустим и потом уже поднимем и скажем «прости». Угу. Хотела я тебя обидеть, да, с подтекстом все-таки. Угу. Ну так надо делать. Нет, давайте еще раз «не хочу я». Я там не подняла «не хочу я». Ты не доросла до «не хочу я». Ты начала уже на «прости» слово, то есть вперед паровоза побежала, чтобы сказать слово «прости». А мне надо важно «не хочу», «прости». Давай. Угу. «Не хочу я». «Прости». «Прости, не верю». Не верю, сложно что ты вот не верю. Хорошо, подожди, добавляем еще один момент. Угу. Мы будем говорить следующее после «прости» «надоело». Угу. Прикинь, у нас три разных фразы, которые как бы между собой не связаны. Да, ну это считай три разных такта у нас получилось. Угу. Первое, мы в эмоциональном плане прям посылаем человек, это будет полярность у нас, да. Угу. во втором моменте мы просим все-таки у человека «прости», мы уходим вниз энергетически, да, и потом мы как бы подытоживаем, что надоело, вот просто мне просто надоело. Ну надоело, допустим, что вот сразу выстраивается здесь у нас история. Не хочу, допустим, идти на встречу с твоими друзьями, дебилами, да, я считаю дебилами, не хочу идти на встречу. Но потом как бы извини, ну, то есть прости, да, ну, как бы это же твои друзья, там, я понимаю, что, ну, как бы грубо сказала, да, что ну, они не дебилы, может быть, для тебя, да. И потом, ну, как бы, ну, надоело мне туда ходить, вот просто пойми меня. Вот, то есть надоело, я, допустим, могу сказать, ну, пойми меня, но мне надоело туда ходить просто. Угу. Видишь, как интересно, да? Да? Угу. Какой у нас тут работа появилась, да? Такая актерский, да, появился, работа, да? Не хочу я. Прости. Опять у тебя пойдет одинаково, опять ты пойдешь вот так вот ровно, потому что «не хочу я», «прости», «надоело». Вот у тебя все три пойдет так. Я тебе говорю еще раз, ты себя внутри, вот что ты не хочешь, что? Угу. Да секса я сегодня с тобой не хочу, не хочу. Прости. Надоело.
Затрахаться мне с тобой надоело, не умеешь ты ничего делать, извини. Ну, это я тебе сейчас утрирую, конечно, да, но вот у тебя должно быть, вот, вверх, вниз, и как бы ровненько пошла на финал, скажем так, на точку ты пошла. То, что мы делали с тобой в начале упражнения. Давай. Не хочу я. Прости. Не верю. Что ты там не хочешь? Ну-ка, расскажи мне. А работать не хочу в госработе. Это я сестре говорю. А, что-то как-то ты это, видимо, не так, видимо, хочешь? Нет. Ты скажи так, чтобы сестра точно сказала, все, Женслу, все, я от тебя отстаю, все, пока, до свидания. Отстаю от тебя. Сделай так, чтобы действительно от тебя человек отстал. Угу. Так. Я не хочу. Прости. Надоело. Прости, не поверила, ну, молодец. Лара сказала глазами покрутить Женслу, тут давай, так, Лара же сказала глазами покрутить, значит, надо глазами покрутить. Вот эти самые моменты. Это как бы изнутри должно было идти. Но тоже, с другой стороны, когда я буду прощения просить, я ж не буду, то есть сказала, не хочу я, я смотрю на человека дальше, что он нам сделает. Я все равно как бы отойду от человека в любом случае. Прости. Надоело. Что-то в этом роде. Так, заставить тебя снять это? Не заставить? Как ты думаешь? Ладно. Хорошее упражнение получилось у нас. Пойдем домой. Сейчас у тебя тоже будет рождаться эта фраза. Пойдем домой. То есть не просто так. То есть в твоем воображении должно что-то случиться, чтобы ты сказала «пойдем домой». Поняла? То есть я не просто так говорю, у меня рождается это, и я говорю «пойдем домой». Угу. Пойдем домой. Молодец, умничка. Что, почему звала человека домой-ти? Парень подрался, и чтобы он с другим парнем, чтобы он не оставался. Ну, хорошо. Теперь я решила. Тоже, опять же, мы дорастаем до этой фразы. То есть, что ты решила? Угу. Я решила. Ой, отлично. Что ты решила? Поехать в Болливуд и пробовать еще раз. Ой, нет, молодец. Смотри, вот тут как раз у тебя была цель вот эту донести информацию, что ты решила. И ты начала действовать внутри. И прям я тебе так поверила, прям ты такой. Чух. Вот это называется, когда мы действуем, реально действуем. Вот тогда все как бы получается. Я имею в виду, актер даже вот когда играет, да, он же знает, для чего он произносит эту фразу, не просто так. Поэтому как бы вот здесь очень хорошо. Молодец, прям мне очень понравилось. А то, да. Что есть, легко было. Это такое решение есть, ну как бы я внутри собралась, что хочу. Здесь нам сейчас с тобой помогут пословицы и поговорки. Почему? Потому что, в принципе, они всегда имеют две части. Первое, допустим, вот смотри, беспечность родня преступлению. Прям запиши, это очень яркая такая пословица или поговорка. Беспечность-тире, родня преступлению. Угу. Так, скажи, пожалуйста, ты понимаешь вообще слово беспечность? Угу. Беспечность, неответственность, легкомысленность, раздолбайство. Как мы можем это показать? Это как будто как мажор, который тусит, кайфует, прожигает жизнь. Как показать ее на камеру здесь и сейчас? Ага. Ну, не знаю, такой в потолок. О, молодец, молодец. Вот эта сручка была вообще классно. Да, вот, допустим, для меня, вот смотри,
Для меня это слово, оно было сложно. Я не понимала, как его показать. Что я сделала? Я пошла в интернет, прочитала, что такое беспечность, посмотрела картинки, и для меня было легко показать. Ну, ты тоже молодец, показала. Вот я вот так вот развлеклась, угу. И вот так вот смотрела. И смотри, у нас здесь получается, опять же, два такта, правильно? Беспечность – это когда, ну, вот как ты показывала, а вот родня преступлению, это уже у нас градус повышается, да, на что-то другое. То есть как мы можем показать преступление слова? Угу. Преступление. Ну, так вот. Можем так показать, а можем просто пистолет поставить, да? Вот. Как вы показываете пистолет? Я как бы так это, держу крючочек, такая, дула типа я на тебя навела такая. Вот, отлично. Теперь смотри, теперь надо нам это соединить. То есть покажи мне, пожалуйста, Жансулу, беспечность родня преступлению. А показать это через, как сказать, через образы, имеется в виду, допустим, пистолет, родня, это, допустим, вот. Родня можно слово опустить, да? Родня можем, хотя, можем вот так же, да, показать. Потому что не надо себе тут горло перерезать. Будем это вот делать. Так, поехали, работаем. Смотри, мне сейчас важно, чтобы ты перешла от этого образа беспечности, и ты первый раз очень хорошо его показала. Не бойся, сосредоточься, сконцентрируйся на этом. Вот. Темпо ритм тоже у нас меняется, поняла? То есть меняется у нас информация, меняется темпоритм. Поехали. То есть мы меняемся тоже. Ой, мы сейчас такты и действия с тобой движение отрабатываем плюсом. Поехали. Стоп. Расслабься больше. Беспечность, расслабься больше. Потом быстро и резко соберешься. Давай, расслабляемся больше. О, молодец. На меня не смотри, от меня оценки не жди. Я хочу, чтобы ты... Да, молодец. Сделал нормально, теперь еще раз повтори, только на меня, от меня оценки не жди. Поняла? Хорошо. А так молодец. Ты, кстати, смотри еще что момент. Вот ты одела сразу капюшон. Беспечность ты можем без капюшона показать, правильно? Вот смотри, у нас целый этюд получился, да? А потом я просто-напросто одеваю капюшон. Поняла, да, уже? И смотри, видишь, как здорово получилось-то. Этюдик получился у нас замечательный, хорошенький. Давай. Ясно, чтобы это было видно, понимаешь, чтобы зритель это видел. А то ты там сделала, как бы что-то там сделала. И смотри, беспечность у тебя была до этого, а тут у тебя пошла веселая Жансулу. Беспечность у нас, это безответственность, это я несчастливый, да? Это безответственность. Кто-то придет, помоет унитаз. Вот кто-то придет и помоет его. Вот кто-то его помоет, только не я. Ага. Такой сразу негр у меня пошел. Афроамериканец. Давай еще раз попробуем. Не торопись, беспечно, безответственно. Жансулу. Да расслабься ты. Внутренний монолог тогда пусти. Да убери ты эту ручку, раз она тебе мешает. О! Тело, да? Захотело. Полежать немного. Давай еще раз беспечность мне. О, молодца! Так, работаем. Молодец! Вот это ты как актер должна сама собой руководить. Понятно?
Это нелегко. Но это классно. Вот мне тоже надо сейчас в психологическом плане немножко собой руководить, и вообще все будет замечательно. Так, смотри, значит, я хочу, чтобы ты мне показала пословицу или поговорку. Ага, сегодня. Давай сядем рядом, да потолкуем лотком. Ну, я тебе сейчас скину это. О, нет, давай, вот, я тебе, давай вот эту. Не, мягко стелит, да жестко спать. Мы тут две полярности. Мы же это показывали, да, мягко стелит. Мы это показывали, все, да. Тогда не надо. Видишь, ты сказала, что мы с этим не работали. Так, ага, ну давай тогда вот это, сядем рядком, да потолкуем лотком. Сядем рядком, то есть в ряд, да потолкуем лотком, то есть... Ладно, потолкуем, как я понимаю. Ну, ты знаешь, для меня это как сбор в 90-е, вот эту вот стрелку забил, называется. Или выбери тогда, или выбери вот это, как корова языком. Нет. Терпение и труд, все перетрут. Или терпение и труд, все перетрут. Терпение и труд, все перетрут. Терпение и труд, все перетрут. Это у нас будет с тобой в понедельник. Если что, мы можем с тобой в понедельник. Короче, Жансула, в понедельник или в 10, или в 11, ладно? Хорошо. Там у меня девочка должна, я надеюсь, она все-таки там... То она болела, то еще кто-то болел. Я надеюсь, что все нормально сейчас там у нее будет. А это понедельник... долго снять на выбор? Да, на выбор, то, что тебе посложнее. Твои сегодня победы. Получилось показать чувство превосходства, негатив, беспечность. Угу. Угу. Вот. Ну, беспечность родня преступлению вообще гениально, шедеврально. А еще? Помнишь, мы три слова с тобой соединяли? Хочу, да. Прости. Вообще тоже же гениально получилось. Молодец. Ты прям... Растешь прямо на глазах у нас. Вообще здорово у нас с тобой все получилось. Все, тогда сегодня в 20:00. Хорошо?